задача Леонардо и Ира о мостах в Кёнигсберге. Вот Кёнигсберг – это такой немецкий город. Там было всего 7 мостов, и Леонард Тейлер придумал такую головоломку – пройти по всем этим мостам по одному разу. То есть придумать такую прогулку, которая начнется на одном из островов. Так, давайте я объясню. Вот это вот речка. Речка. Это берег, тут какие-то дома. Это остров тоже, тут какие-то дома. И здесь какие-то дома. Вот, а остальное вода. И то, что красное, это мосты. Давайте я нарисую водичку, да, вот так вот, с грибовкой. Это водичка. Вот, естественно, по воде ходить нельзя. Так, итак, вот 7 мостов. Вот это один мост, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 7 мостов. Требуется начать с некоторой точки. Закончить не обязательно. Там же можно на каком-то другом или острове, или берегу. И пройти по всем мостам ровно по одному разу. Как еще можно эту задачу себе представить? Давайте левый берег обозначим А, правый С, остров Б и вот это место Д. Давайте я сейчас нарисую такую картинку. Точку А поставлю, Б. То есть на каждом из этих участков суши я поставлю какой-то, не знаю, там, сторожевой пункт. Да? Вот. И мосты изображу следующим образом. Вот точка В и точка Д связаны одним мостом. Рисую один красный отрезок. А и Б связаны двумя мостами. Б и С тоже двумя. А и Д связаны одним мостом. Вот так. Задача. Можно ли нарисовать эту картинку одним росчерком? Да. Обойти по одному разу нельзя, потому что тут 3, тут 5 и тут 3. Молодец. Все ничего. Конечно, все, что от вас требуется, посчитать степени ошибки. Вы абсолютно правильно говорите. 5, 3, 4. А в любом графе, который можно нарисовать не открывая, вершины нечетной степени не больше. Смысл простой. Каждый из этих кусочков суши должен быть началом или концом машины. Потому что на промежуточном кусочке у вас обязательно четное число. Таким образом, задача Игоря о обходе принципиально не разрешена. Понятно? Между прочим, если разрешить по любому из этих мостов пройти два раза, то у вас, представьте себе, нарисовать еще один путь. Тогда здесь станет не 3, а 4, здесь не 5, а 6. У вас сразу же возникнет возможность обойти. Причем даже легко понять, откуда начинать и заканчивать. Да? В одной из этих двух точек начинаем, другой заканчиваем. Хорошо?